За 9 месяцев текущего года Одессу посетили 2 200 000 туристов. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Треть всех туристов, посетивших Одессу, иностранцы. За 10 месяцев этого года наш аэропорт уже принял 1 054 000, что очень ярко свидетельствует о том, что у нас, безусловно, увеличивается туристическая привлекательность города. Нужно сказать, что к нам вернулись некоторые авиалинии, которые ушли ранее с рынка, открыты новые направления, связанные особенно с странами Балтии, Тель-Авив, Анкара. В этом году, по словам чиновников, увеличился поток туристов из Беларуси, Румынии, Молдовы, Турции и Германии. В планах департамента туризма на следующий год пополнить этот список туристами из скандинавских стран.